традиций, стереотипов, которые с этим там... И весь знакомый... Ох, твою мать! Что ты из нашего круга и так далее. Вот долбоёб, блядь. Экономист Александр Долгин ввел такой в обиход, ну, по крайней мере, в профессиональном... Давай, проезжай. Твою мать! Какой зеленый? Где они зеленые-то? Не знаю. Я еду. Я тебя, кстати, тогда проводил. Я сам вот там вылез, только тебя и проводил. Смотри, собака хуячит, смотри, пакет. У тебя же этот есть, регистратор. Строителя. Огонь, блядь. Смотри, окей. Давай поможем. Ебал он нахуй отсюда, блядь. Ебал он жопу отсюда, блядь. Ну, если ты говоришь, что даже в пятиэтажках лифты стоят. О, но, смотри, ёбана. Регистратор включен, что ли? Да. Будем подходить. Пиздец. Давай повернем. Ты живой, нормально. Машина, наверное, уже заглох, может, так, Господи, помоги нам, мы с такой дел делаем. Это штучка такая задатка. А почему он едет к нам навстречу? Это же неправильно. Да что ты? А разве мы нарушим, да? Какой придурок, а? Какой придурок. Машину помыли. Да, она у нас грязная была. Твою мать!
сука! Так. Бля, пацаны, вот такие отморозки. Юрок бампер положил. Пиздец. Ёб твою мать! Ебать колотить, сука.